наш концерт. Поздравляем вас всем. Рождество, Новый год. Мы хотим сказать, что мы приехали где-то 20 дней назад в Латвию, чтобы показать грузинскую культуру. Выступали уже в Швеции, на корабле, здесь, в Риге, и завтра уже улетаем в родину, в Грузию. И сейчас мы хотим показать где-то полтора час, два часа грузинскую культуру. Наш ансамбль, название нашего ансамбля так, «Чвене Буреби». Наверное, очень много грузин здесь сидят, они очень хорошо понимают, но на русском это звучит как «наши люди». Это название идет от 17 века, когда уже оккупировали Грузию, это мусульманская сторона, это название было так, что который твой был твой родственник, твой друг, самый близкий человек для тебя, этот, наши люди. 2011 год у нас очень важный, потому что 10-летняя годовщина у нас есть. 10 лет назад создали ансамбль «Чвене Буреби». И уже каждый человек знает Грузию и не только в Грузию. Мы из различных регионов Грузии. Первый человек этот. Владимир Чаладзе из Верхней Рака. Верная Грузия. Пачук и Мукбаня, Мисванетти. Высокий дворец. Фамилия, музыкальная фамилия грузинская. Левар Микеладзе, наш звукорежиссер, и он делает наш современный музыкальный аранжировки из Эмерети. Георгий Сафокия и Бенгрелия. Георгий Гобеджишвили, Верхняя Рача. Давид Сурабьяни, Сванетти. И Ираклия Хайзе, Эмерети, Центральная Западная Грузия. Я из Восточной Грузии, Кахетия, где собираю кинографы. Сейчас начинаем из Грузии. Самая полифонческая и самый полифонческий регион в Грузии, и не только в Грузии. Лучше будет музыку послушать, чем Соломон из Кахетии. Так что послушаем грузинскую музыку и Георгий скажет. Не скажу вам. Поиграем.
Конечно, про любовь. Или за любовь. Я извиняюсь, я не хорошо знаю русский язык, но все равно постараюсь, чтобы вам объяснить, о чем идет песня. Ахатинская песня. Поздравляю.
играем за закорителей, такой известный из самых известных грузинских исполнителей, композитор. У нас есть другой проект «Астро Джорджия», мы там сделаем эту музыкальную композицию. Ну как члены Муреби, как наши люди, мы сделаем еще современные этномузыкальные композиции. Мы хотим такие композиции тоже показать вам, которые еще мы не показывали в Грузию. И примеры даже нет. На грузинском скажу, что там «Нанука шоу» и «Цикалбад» с «Водосва шоу» и «Эхлава Пелетро» и «Ягваши» и «Вачвенот». Мы собираемся, чтобы в Грузию показать. Эта песня посвящается Абхазию. Если кто-то из Абхазии, наши братья или сестры здесь сидят, вот я не сомневаюсь, что они здесь будут аплодировать, потому что они наши братья и сестра. Это такой же грузинский регион, который имеет свой язык, как Сванетия, как Мегрелия и остальная Грузия. И эта песня называется «Вени» или «Запах Абхазии». Для нас Абхазия – это очень важная тема, это наша родина, это наша душа. «Вени» – «Запах Абхазии». Сейчас первый раз мы в зарубежном стране поем, один раз спели только Грузию, но не для ваших публик. Сейчас будет премьера для вас, песня «Вени Абхазии». Oh,
Марат Зурабяни. Хочу сказать, что этот регион имеет свой язык, очень древний. 2000 лет назад они потеряли правописание. Но мы будем на вас. Thank you.
susret kutija su nas prisopla kada vrući na zemlju. Kad si udam i breba opra kako mi vrući na zemlju. Kako je basuri i vrna kada vrza nebu luzes. Ake da 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 i sem šena. Ja mi sam, ženi šapule, vaškaci, vica, vica.
Thank you.
Thank you.
наверное, грузы не понимают. Я, наверное, с отсюда барана. Как будет переводить на английском? Дорни. Вай, вай, это не ребенок. Который искал сначала любовь, потом деньги, а потом поет, что не хочу ни любовь, ни деньги, просто хочу отдохнуть. Вот такая песня. Я всегда в Берлисе была рулем.
обязательно знать эту песню. Сейчас вы посвящаете эту песню вам, которые сидят наши красивые женщины здесь. Всем спасибо.
и грузинские девчонки или девочки, как надо сказать, я не знаю. Грузинские женщины сидят, девушки сидят. Я хочу, чтобы вы вместе грузинами танцевали на этот фестиваль. Это ахатинское танцевание, так что если грузинская, наверное, умеет, каждая грузинка умеет танцевать, предлагаем, чтобы не только грузинка, но ахатинское танцевание. Называется «Сельская жизнь», наверное, да?
сердце место, чтобы использовать этот тест. А вы тура верни и Георгий Губедич.
Thank you.
завтра улетаем в Грузию. Спасибо за внимание. Можно сказать, что у нас было время. Национальный гимн Грузии. Песня называется «Чакруло», который отправили в 77 году в космосе. Кафетинская, это двойная песня, старая. «Чакруло» песня, финальная песня. Oh.
Благодарим вас, Господи!